Ребята, всем привет! Кто может помочь в такой ситуации? Устроился в Яндекс работать пешим курьером, скачал приложение Яндекс Про, понес первый заказ и одурел немножко. 4 километра нужно было идти пешком за 30 минут и всего лишь за 100 рублей. Не знаю, как активировать в приложении раздел «Мой район», чтобы самому себе ставить радиус, в котором работать, или заказы по пути. У меня этого тоже почему-то нет. То есть мне приходит заказ, я тупо его беру или не беру. Если беру, то только после получения его я вижу, куда его нести. Это очень неудобно, и мне бы так не хотелось. Как определить себе радиус и как работать именно в том радиусе, который я хочу? Кто знает, ребята, пишите в комментарии. Тарифчик «Мой район», режим, точнее, где его найти, у меня его нету. И заказы по пути. Как это найти, где это найти? Я не знаю, я не понимаю. Очень тяжело работать, очень за 100 рублей. Практически полтора часа ходил. О, это какой-то ужас, ребята. Кто знает, выручайте, помогайте.